Мы сейчас находимся на китайской водной станции. Руководство города ставит перед нами задачу, чтобы мы активизировали работу по подготовке к купальному сезону. Сегодня работают 10 единиц самосвалов, 2 единицы погрузочной техники, это погрузчик и экскаватор. Хочется, чтобы все было сделано качественно, чтобы горожанам было приятно купаться, отдыхать на этой территории.